президент Саратовской региональной спортивной федерации конного спорта Екатерина Соболева. Мы всегда с охотой и с огромной радостью откликаемся на все инициативы, которые исходят от Maxima Stables, потому что это интересно. Это первый клуб, который обратил внимание на регионы. Это первый клуб, который начал объединять регионы, объединять нас всех именно с целью развития конного спорта, именно поддержки спорта, потому что ни один клуб не представляет столько возможностей для совершенствования наших всадников. А если учитывать то, что в основном это молодежь, это дети, юноши, то это прекрасная возможность совершенствовать свои какие-то навыки, обучаться у хороших специалистов, вообще приезжать сюда и впитывать вот эту атмосферу какого-то праздника, конного духа, какой-то даже свободы, можно сказать. Здесь у вас очень потрясающе, и всегда с удовольствием мы к вам приезжаем. Есть формальные встречи, есть неформальные встречи. Вот на неформальной встрече мы сейчас все вот в данный момент собрались. Это представитель Приволжского федерального округа. И у нас очень много общих интересов именно по развитию нашего федерального округа. Так как у нас предстоят чемпионаты первенства Приволжского федерального округа у нас в Саратове в конном клубе «Гермес», то, соответственно, вот мы сейчас едим и как раз проговариваем программу, что интереснее сделать, чтобы привлечь больше народу, чтобы было интересно всадникам всех уровней приехать к нам и выступить. Очень интересный вопрос был по кормлению лошадей, потому что кормление лошади, физическое состояние лошади, это неразрывно связано с показателями в спорте. Интересный вопрос был по тренерам, по аттестации тренерского состава. В принципе, вообще, как бы сказать, что все вопросы, которые сегодня поднимались, они, в принципе, они все животрепещущие, они все актуальны, и все требуют рассмотрения и понимания. Такие формы однозначно нужны. И я еще раз говорю и всегда буду говорить спасибо большое Maxima Stables, что представляет нам такую возможность собраться, поговорить, обсудить наши наболевшие вопросы и принять какие-то общие решения для продвижения конного спорта у нас здесь в России.